止住了手不忍吹醒课桌前的少年，遥远的光阴走慢些，未来大把失眠。你骑着单车渐行渐远，去了南海的月，责怪天气预报没有预言某一天多云的夜。Поторопись. Иду, иду. Пожалуйста, подождите, там еще человек. Скорей, скорей. Почему все время он? Извините. Я же говорил, давай на такси. Ездить в автобусе, та еще морока. Вообще-то знаешь, ездить на работу на мотоцикле не так уж и пафосно. Почему на автобусе? Остановка улица Тяньшань. Будьте осторожны, двери открываются. Пошли, пошли. Дайте пройти. Давай встанем тут. Вообще-то так тоже неплохо. Продолжим ездить на автобусе. Тебе не кажется, что я сейчас просто супер-бойфренд? Супер! Мы с тобой точно не упадем. Держись за меня крепче. Положись на меня. Хорошо. Просто держи меня. Окей. Простите, что толкнул. Не устоял, слишком резко тормознули. Хорошо. Как насчет того, чтобы снимать квартиру рядом с компанией? Реально запарно ездить. Рядом с компанией? Это же так дорого. Да ничуть. Максимум 1000-2. Это не деньги? Я выяснил, кто отправил письмо. Кто? Какие отношения между твоей землячкой Ян Цяочэнь и ее однокурсницей Вун Цяцянь? Скажи тем иностранцам, что это невозможно. Зачем все хорошее отдавать им? Очень многие хотят получить эту партию. Это даже не крупная компания. Нам их еще упрашивать? Директор Джу, входи. Директор, я распечатала этот документ. Не видишь, я занята. Твоим коллегам нужна помощь. Закажи для всех обед. Вот документ. Сяо-сяо, тебе нужно с чем-нибудь помочь? Ты меня спрашиваешь об этом, потому что считаешь, что я не справлюсь? Если бы это было так, ты бы не беспокоилась о том, что говорят другие. Директор Джу попросила для вас всех заказать обед. Скажите, чего хотите. Нам неудобно. Это же моя работа. Тогда я буду рисовую лапшу и измельченный тофу. Рисовая лапша и тофу? А мне рис говядиной, но без риса. Я хочу холодную лапшу, побольше специй и уксуса. И я худею, поэтому пусть побольше положат лапши и поменьше огурцов. Поменьше. Поменьше огурцов и побольше лапши. Тогда, наверное, должно быть наоборот. Мне пряную сковородку и порцию риса.
Пряная сковородка и рис. Сяочень. Лапшу с говядиной без чили. Лапша с говядиной без чили. Мне хорошо. Свинину в рыбном соусе, рис с жареным мясом и овощами. Мне свинину в рыбном соусе и рис с жареным мясом и овощами. Хорошо. Компания опубликовала во внутренней сети список стажеров, которые едут в Америку. Так быстро? Точно. Тянь-тянь, не хочешь проверить, есть ли там твое имя? Точно, Тянь-тянь. Давай вместе посмотрим. Да, доставай посмотрим телефон. Своего. Где же? Тянь-тянь, это... Что за... Пожалуйста, посмотрите этот документ. Глава. Тянь-тянь, я как раз искал тебя. Иди работай. Хорошо, обсудим позже. Хорошо. Глава, я хочу спросить. Я официально сообщаю тебе, что ты уволена. Вы... Но почему? Мне нужно объяснение. Причины я не знаю. Знаю лишь, что это решение сверху. Сверху? Но чье именно? А ты никого не обидела? Я могу сказать тебе только это. Хоть и жаль, но с этим ничего не поделаешь. Уж извини. Здравствуйте, директор Лу. Директор Лу. Я хочу узнать, какова причина. Безнравственность. Как такое могло произойти? Что произошло? Да что же случилось? Точно. Точно. Вам что, заняться нечем? Возвращайтесь к работе. А, пошли, пошли. Пошли, пошли. А ты никого не обидела? Я могу сказать тебе только это. Если бы ты сумела обратить на себя пристальное внимание гендиректора Лу, то, думаю, высокие баллы поездка в Америку тоже могли бы стать твоими. Хорошо, директор Лю. Бали ваши клиенты. Я внимательно о них позабочусь. Всем внимание! Время битвы настало. Едут клиенты из британской компании Бали. Это тяжелая битва. Мы должны заполучить контракт с ними. Все поняли? Поняли! Как тебя там? Сказали, у тебя хорошо с английским? Встретишь клиентов, сделай так, чтобы они чувствовали себя как дома. Хорошо? Эй, куда идешь? Я еду в аэропорт. Тогда я с тобой. А ты не занят? Пока что нет. Так не пойдет. Возвращайся к работе. Увидимся вечером. Постой. Если ты едешь кого-то встречать, тебе же нужна табличка. Спасибо. Много людей. Пока. Постарайся. Чего уставились? Помогите. Иностранные клиенты в Шанхае на 2 дня. Что можете посоветовать?
Свози их в дом-музей. Привози их к братику Джао. Художественная галерея. Джазовый бар отеля Мир. Художественная галерея. Театр Ифу. Алло? Тебе нужно принять иностранных клиентов? Да, я только что посмотрела те два места, которые вы мне посоветовали. Но там трудно забронировать места и заказать билеты. Это очень важные клиенты? Да. Ты только начала работать, а тебе уже доверяют таких важных клиентов? Я отвечаю за прием. В конце концов, это первый шаг к подписанию договора. Правильно все понимаешь. Когда все начнется? Сегодня будет ужин, потом еще развлечение и еще день завтра. Так быстро? Тогда в галерею точно не успеете. Могу помочь достать тебе на завтра билеты на Шаосинскую оперу. Как тебе такой вариант? На завтра запланируем галерею и театр. А сегодня вечером можно пойти в бар послушать джаз. У меня есть друг, у которого там членство. Он нам поможет. Сколько вас всего? Четверо. Хорошо. По поводу ужина я тебе перезвоню. Хорошо. Алло? Алло. Я уже заказал для вас столик в ресторане. Чуть позже пришлю адрес. Не слишком ли? Дорогой ресторан. Все равно расходы оплачивает семья Шэнь. Сегодня форс-мажор, поэтому я помогаю тебе составить примерный план. Но если ты продолжишь принимать клиентов, то не сможешь избежать подобного светского формата общения. Помни, в отношении еды и развлечений в Шанхае у тебя все должно быть схвачено. Есть и пить с клиентами тоже часть твоей работы. В голове у тебя обязательно должны быть и план Б, и план С. Помни, не вступай в битву, к которой ты не готова. Хорошо, спасибо. Что такое? Ничего, просто кажется, что вы способны сделать абсолютно все. Если бы все было так волшебно. Директор Чен. Хорошо, я отключаюсь, у меня дела. Хорошо, до свидания. Директор Чен, сюда. Директор Иван, давно не виделись. Да, давно не виделись. Привет. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Привет, как дела? Я из компании Шэньси. Я отвечаю за ваш прием. Понятно. Можете звать меня Оливией. Вам нужна помощь? Нет, нет, все в порядке. Следуйте за мной. Осторожно, ступеньки. Спасибо. Будьте осторожны. Сяо Чэнь, мы что, пришли не туда? Нет. Правда? Да. Вау. Удивительно. Приятное место. Прошу сюда. Прошу сюда. Спасибо. Присаживайтесь. Прошу. Подождите немного. Спасибо. Спасибо. Извините. Дайте, пожалуйста, ножи и вилки. Спасибо. О, боже, нет. Нет. Используйте это. У меня не получается. О, большое спасибо. Простите, но... Спасибо. Это очень известный ресторан. Правда? Да. Места нужно бронировать минимум за 2 недели до посещения. И как же вам это удалось? Это секрет. Попробуйте это. Тофу. Приятного аппетита. Выглядит аппетитно. Извините. Не подходит для людей с диабетом. Все в порядке. Я попробую.
Изумительно. Сейчас мы на набережной Вайтянь, протяженность которой 1,5 километра. Это достопримечательность Шанхая. Слева от нас река Хуанпу, набережная на противоположной стороне. Удивительно. Это Лудзядзуй, ведущий финансовый центр Шанхая. Вау. Архитектурные стили зданий отличаются, так как были построены в разное время. Их называют архитектурной выставкой стран мира. Это важная историческая достопримечательность Китая. Здания в классическом стиле великолепны. В канун каждого Нового года здесь проводится световое шоу. Лили, что с тобой? Сердце. Я плохо себя чувствую. Что? О, боже. Лили? У меня есть лекарство. Дайте мне скорее. Вот, прими его. Только одну. В ближайшую больницу, пожалуйста. Пациенту 36 лет. Уже 8 лет мучают приступы. 5 лет назад перенесла операцию по репарации сердечных клапанов. Мы дали ей лекарство, сейчас ей лучше. Хорошо, я понял. Сейчас идите, оформите все документы. Хорошо, спасибо. Нужен паспорт Лили. Не беспокойтесь, доверьтесь врачу. Вы уверены? Да. Здравствуйте, я оплатить. Здравствуйте, с вас 5700. Спасибо. Вот паспорт Лили. Успокойтесь. Все уже оформлено. Сяо Чэнь, действительно, спасибо вам огромное. Но откуда вы знали медицинскую историю Лили? Вы наши клиенты. Поэтому я должна знать медицинскую историю каждого из вас, чтобы избежать разного рода проблем. Я действительно очень доволен обслуживанием вашей компании. Спасибо. Не волнуйтесь, все уже в порядке, но и нужно отдохнуть и остаться в больнице еще на один день. Хорошо, большое вам спасибо. Все будет хорошо. Ей просто нужен отдых. Алло? Алло. Водитель сказал, что у представительницы Боли случился сердечный приступ. Да, но я уже решила этот вопрос. Ты все еще в больнице? Да. Вымоталась? Приехать за тобой? Нет, не нужно, я возьму такси. Жди меня. Жаль, но ты поздно это сказала. Что? Ну как тебе? Давно его не видела. Правда он обалденный? Думаю, это ты обалденный. Красноречивый у меня жёнышка. Садись. Хорошо, до свидания, директор Джу. Ты вовремя. Только что звонил Гэвин и сказал, что хочет, чтобы ты и дальше их сопровождала. Так, пойди купи букет цветов, возьми с собой макеты дизайна и покажи им. Они должны как можно быстрее подписать контракт. Поняла? Хорошо. Почему тогда стоишь? Директор, счет за медицинские услуги. Отдай Сяо, отдел финансов тебе вернет. А что насчет денег на цветы? Послушай. Извините. Извините, я не смогу присутствовать на встрече на следующей неделе. Какие у вас пожелания относительно дизайна? Я бы хотела, чтобы стиль был проще и атмосфернее, чтобы носил универсальный международный характер. Я понимаю, но Зои всегда делали дизайн в китайском стиле. Если в этот раз ничего не изменится, то мы больше не сможем продлевать контракты. Здравствуйте. Вы не могли бы передать эти цветы пациенту из палаты номер 1012? Хорошо? Хорошо, спасибо вам. Все в порядке.
Алло, директор, ты уже передала макеты? Еще нет. Тогда чего ты ждешь? Дело вот в чем. Когда я собиралась передать макеты, я случайно услышала их разговор. Они сказали, если и в этот раз макеты будут в китайском стиле, то они больше не будут продлевать контракт. Директор Джу, я знаю, что имя дизайнера этого проекта Джо Юань. У меня здесь его адрес. Можно я поеду к нему, объясню ситуацию и попрошу переделать макеты? Ян Сяочэнь, не пари чушь. До встречи осталось меньше недели. Ты думаешь, реально что-то изменить? К тому же, у Джо Юаня странный характер. Мы сами не можем с ним сладить. Но ведь, если так продолжится, они не продлят с нами контракт. Пока еще есть время, могу я попробовать убедить Джо Юаня? Хорошо. Иди, если хочешь. Но я тебя предупреждаю, то, что Джо Юань с нами сотрудничает, нам стоило немалых усилий. Если в этот раз ты облажаешься, то в компанию можешь не возвращаться. Шэн Хоу лишь открыл перед тобой дверь. А сможешь ты остаться в Шэнси или нет, зависит лишь от твоих способностей. Неужели тебе не кажется, что это лучший шанс проявить себя? Алло? Алло, директор. Мне нужно кое-что вам сообщить. Скорее всего, только гендиректор Хоу сможет лично решить этот вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Джо. Что ли на Суню? Что ли на Суню? Куда делся? Что ли на Суню? Здравствуйте, вы господин Джо Юань? Да, а вы... Я сотрудник отдела международной торговли Зои. Старина Сунь. Старина Сунь. Господин Джо, дело вот в чем. Я пришла по поводу новых макетов. Они для совместного производства с британской компанией Боли. Я знаю, что вы всегда делали дизайн в китайском стиле и получали массу положительных оценок в Китае. Но в данном случае у вас и компании Боли совсем немножко отличаются концепции. Они хотят что-то более универсально-международное. Поэтому я пришла к вам, чтобы узнать, не могли бы мы вместе с вами внести изменения и найти баланс. Так вы хотите, чтобы я изменил свои макеты? Не пойдет. Когда Хоу Ю и Джен искал сотрудничество со мной, то мы договорились, что только я сам определяю дизайн. Я не приму никаких изменений в моем дизайне. Это неприемлемо. Но ведь... Если у вас нет других дел ко мне, можете идти. Ко мне сюда редко приходят незнакомцы. Боюсь, если останетесь еще дольше, продолжите пугать моего старину Суня. Старина Сунь? Куда же он делся? Старина Сунь. Доброе утро. Да, доброе. Ян Сяочэнь. Доброе утро, директор Лю. Подойди ненадолго.
Директор Джу, по какому поводу вы меня искали? Янь, ты вчера сама пошла к Джо Юаню? Но господин Джо не согласился менять макеты. Я хочу еще раз сходить, ни в коем случае. Сегодня утром он специально позвонил в компанию, чтобы пожаловаться на тебя. Пожаловался на меня? Но почему? Почему? Да потому что ты испугала его кота, и он пропал. Ян Сяочэнь, ты только пришла в компанию и не понимаешь, что происходит. Несколько лет назад жена Джо Юаня внезапно скончалась. И у него остался только кот, о котором они заботились более 10 лет. Его зовут Старина Сунь. У него с женой не было детей. Эти несколько лет он все время был с ним. Это практически единственный его товарищ. А ты пришла? И испугала его. И после твоего ухода кота не могут найти. Он пропал. Когда я там была, там действительно была кошка, но она убежала, лишь увидев меня. Я думала, что она убежала, чтобы спрятаться. Хорошо уже то, что пусть он и не изменил свой макет, но хотя бы не разорвал с нами контракт. Янь Сяочэнь, ты помнишь, что я тебе сказала? Если ты в этот раз облажаешься, то в компанию можешь не возвращаться. Извините, директор Лю. Извините, директор Джу. Я знаю, что совершила ошибку. Пожалуйста, дайте мне шанс. Я приложу все силы, чтобы все исправить. Как ты все исправишь? Считаешь, что натворила недостаточно? И это уже произошло. Как я могу натворить что-то еще более серьезное? Янь. Директор Джу, по отношению к новичкам, нам стоит быть терпимее. Давайте так, Сяочэнь. В этот раз я даю тебе последний шанс. Если ты не сможешь исправить положение, то ты покинешь компанию. Спасибо, директор Лю, директор Джу. Ты рассказал об этом гендиректору Хоу? Как я мог не рассказать о такой большой проблеме? И что она сказала? Кошку напугали, и она пропала. В этот раз мы понесли двойной ущерб. Ты думаешь, что тут рядом мы правда сможем найти эту кошку? Директор Лю сказал, что этот кот жил у Джо Юаня более 10 лет. Этот старый кот наверняка очень привязан к дому. Он не мог уйти далеко. Если он так привязан к дому, то почему он вдруг убежал? Послушай, а может у него течка или гон? Это кот или кошка? Заодно с кормом мне стоило захватить особь противоположного пола. Откуда мне знать, кот это или кошка? К тому же для кошки один год равен 15 человеческим. Десятилетний кот разве не то же самое, что столетний старик? У него может быть гон? Дай мне немного консервов. Кошка точно не устоит перед их притягательностью. Давай разделимся. Если найдешь, то звони. Хорошо? Хорошо. Тогда пошли. Ты туда, а я сюда. Хорошо. Сяо, сюда. Ты нашел? Посмотри. Это он? Дай посмотреть. Порода та же. И цвет примерно тот же. Но мне кажется, его кот был более упитанным, чем этот. Ну, я столько сил потратил, чтобы найти его. Сяо, скажу по существу, на деле же ему просто нужен товарищ.
И раз его прежний пропал, то разве недостаточно дать ему замену? К тому же, если не попробуешь, как узнаешь, что это не сработает? Давай попробуем. Вы двое, по какому делу? Здравствуйте, это... Мы слышали, что вы вчера кошку потеряли. Это случайно не она? Это не старина, Соня. Так это не ты. Пошли искать дальше. Пошли, сначала отпустим его. Все хорошо, хорошо. Сяо, Сяо, а ты уверена, что это он? Должно быть он. Он пухленький. Старина Сунь, старина Сунь. Он не обращает внимания. Ладно, давай попробуем. Чего вы опять? Господин Джо, посмотрите, это ваш кот. Поверните его, покажите мне. Давай, поверну. Но как вы так сможете понять, он это или нет? Это не он. У старины Суня сзади на шее есть черное пятно. А у этого нет, это не старина Сунь. Это не он? Черное пятно? Какая же морока! Это опять не ты! Постой, не падай духом. А может, нам нарисовать ему это пятно? Не неси чепуху. Давай продолжим. Нет, уже темнеет. Продолжим завтра. Нет, его нужно найти сегодня. Подожди. Так, что с твоей рукой? Все в порядке. Как это в порядке? Посмотри на свою руку. Сначала сделаем прививку. Не надо. Смотри. Это он. Да быть не может. Разве это не тот же самый? Посмотри на его шею. Кошачья еда осталась? Ага. Скорее принеси. Осталась только одна банка. Только одна осталась? Дай ему. Открой. Иди сюда, внучок. Старина Сунь. Внучок. Старина Сунь. Старина Сунь. Старина Тут Сунь. Для тебя пожрать есть. Старина Сунь. Давай ближе. Как думаешь, почему он не подходит? Походу, у него тот же характер, что и у хозяина. Наверняка это он. Джо Юань так его любит. Наверняка он вкусно его кормит. Думаешь, он позарится на твои консервы? Не сработало. Погоди. Что ты делаешь? Смотри. Хочешь поймать? А вдруг он убежит? Я... Вылезай! Давай, вылезай отсюда! Чего опять пришли? Подождите, вот, посмотрите. Кота-то мы вам нашли. Вот, смотрите. Вот его пятно. В этот раз вы точно должны его узнать. Это и правда, старина Сунь. Хорошо, старина Сунь, заходи. Дай его мне, скорее. Ладно, если у вас нет ко мне других дел, то можете идти. Нет. Мы потратили несколько часов на поиски вашего кота, а вы нам даже спасибо не сказали. И посмотрите. Видели? Это все кошки поцарапали мою девушку. А все было ради поисков вашего кота. Ой, правда, извините. Спасибо вам. Спасибо вам обоим. Но вы же сами решили найти моего кота. Я же вас об этом не просил, правда? К тому же... За его находку я не обещал вам никакой награды, верно? Спасибо вам, спасибо. Ты чего? Ты, спускайся. Не говори мне ничего, я должен все ему сегодня высказать. Эй ты, дверь открой!
Открой дверь, иначе я через забор перелезу. Стой спокойно. А, я понял. Он же просто дурачился, так? Твой кот вовсе не пропадал. Ты заботился о нем больше 10 лет. Если бы он потерялся, ты... Разве ты мог бы так спокойно дома сидеть? Я думаю, что ты просто... не хочешь менять дизайн. Ясно, ясно, ну и хрыч. Спускайся ты уже. Знаешь что? Я считаю, что я должен рассказать об этом своей маме. Если не хочешь сотрудничать, то и ладно. Не сотрудничай, подумаешь. Компании Шинцы не нужно такое сотрудничество. Я думаю, что ты вовсе не хочешь менять дизайн. Ты просто выдохся и не можешь его поменять. Вот и все. О, дверь открылась. Давай спускайся. Смотри, а мой метод сработал? Точно сын Хоу Ю и Джень. И что с того? Не злись на меня. Я всего лишь упрямый старик. Садись, садись. Присаживайся. И ты садись. Ты знаешь... Почему твоя мама не приходила ко мне лично? Потому что она очень занята. Потому что она знает, что даже если придет, все равно ничего со мной сделать не сможет. Именно такие отношения были между нами все эти годы. Но эта ваша настойчивость очень восхищает меня. Тогда не буду ходить вокруг да около. Возвращайся и скажи своей маме, что у меня хватает денег, и что дизайном я занимаюсь не ради них. Мне совершенно все равно, продолжит ли компания Шэньсы работать со мной или нет. Поэтому не нужно поминать ее в разговоре. Так чего мы разговариваем? Пошли. Господин Джо, я заметила, что на многие ваши эскизы вас вдохновил образ жены. Так проявляется ваша к ней любовь. По правде говоря, вы напомнили мне моего отца. Он ремесленник, плотник. Когда я была маленькой, он часто делал разные вещи для нас с мамой. И все эти вещи были выражением любви к нам. Поэтому я очень вас понимаю. Я знаю, что то, что мы просим вас изменить дизайн ради коммерции, очень вас затруднит, и что это очень нехорошо с нашей стороны. Поэтому я решила сдаться. Постой, Сяо-Сяо. Сяо-Сяо, что? Ты говоришь, что понимаешь меня? Но вы еще не в том возрасте, чтобы понимать меня. Как вы можете понять, каково это внезапно? Потерять того, кто всегда был рядом с тобой. Что это за чувство? Господин Джо, как вы думаете, почему я сказала, что очень вас понимаю? Потому что мой отец погиб 4 года назад в результате несчастного случая.
Какое-то время назад я очень страдала из-за его потери. Я разочаровалась в жизни. Мне не хватало сил на многие вещи. Я утратила к ним интерес. Но пока живы люди, их жизнь продолжается. Какую бы боль мы в себе ни таили, все равно нужно двигаться вперед. Только так мы не заставим беспокоиться о нас тех, кто отошел в мир иной. Мне действительно жаль, что мы вас сегодня потревожили. До свидания. Но почему твоя рука? Кошки тебя поцарапали.